Александр Бугреев из Каменск-Уральского одержал победу на втором этапе чемпионата России по мотокроссу в открытом классе. Соревнования прошли в Магнитогорске. Участники соревновались в трех классах. Гонка прошла в острой борьбе. Второе место занял представитель Краснодара Евгений Михайлов. Тройку лидеров замкнул еще один гонщик из Каменск-Уральского Дмитрий Хамицевич. В классе 125 кубиков первым приехал Семен Рогозин из Челябинска. А всего на старт второго этапа вышло более 150 мотогонщиков.